Последние года три мы Кириллу пытались править мозги, сказать, слушай, такая девушка, умная, красивая, добрая. Три таких качества в одном чеке не встречаются практически никогда. Он три года слушал, думал, вот, наконец-то услышал. В принципе, ну, большое счастье, когда дети слушают родителей, пускай даже с опозданием. Богу, что вы обладаете умом и обладаете остроумием. И вам это в жизни очень поможет. Чувство юмора вас выведет на правильную дорогу. Нет какого-то одного рецепта семейного счастья. У каждого он свой. И единственное, что я хочу не учить вас, а просто пожелать найти этот рецепт счастья. Очень хочу, чтобы, прожив много-много лет и посмотрев друг другу в глаза, вы никогда не пожалели и не сказали, что вы сделали неправильный выбор. Мне очень хочется, чтобы 1 марта 2014 года стало тем днем, о котором вы будете вспоминать, говорить своим детям. Все-таки сделали это, молодцы. Вы об этом точно не пожалеете, я вам обещаю. Будьте счастливы.